Так. Доброе утро, дорогие зрители. Вот сегодня у нас погодка на высоте попроще. Отстреляли две ленты пулеметов по сепарам. Вот сейчас покажу замком взвод, как бы позывной по калюне. Гранатометчик. Козубом Серегой. По нам недавно прошла ответочка минометом. АГСники, СПГСники. Так, что нам немножко весело. Сейчас заправим. Оп. И продолжим дальше валить. Вот, выстрел. Оп! Красиво! Сука! Эй, курятник! Что лежим? По норам! Это кто, наши? Не наши. Это по нам. Так, сейчас, секунду. Хуйня была. Сейчас. Ответь. Ребята, по норам. Это я активный, блядь. Ага. Шалаш, ответь малышу. Разозлили. Сука, мы сейчас их разозлим. По нам уже несколько раз. Миномет 120 работал. Направление какое, скажи. За зданием, за забором оттуда. Со стороны где-то Спартака туда, нам не видно, как обычно, чуть-чуть. Далеко. Потом. Я понял. Малыш, по тебе работа, там телевизионная батарея, я Амор, привет. Принял, плюс. Нормально, артиллерия, да? Вредовай в укрытие. Нам похрен, дайте, блядь, только закурить, блядь. Вот мы рядимся. А это ж они их отрабатывали сегодня. Да, вот это ж они дали ответку. Ну, мои берсик. Это просто... Мужики! Нам! Так, разведочка передала, что сейчас по нам еще будет один залп. Посмотрим, снимем его. Сейчас, если осколочками не... Ну, такое надо заснять, вот. Чё, по очковать? Нам стр... По нам стреляют, но мы не боимся, мы делаем свою работу. Да. Дело. Ждем. Алёня, иди сюда! Ждем. Вот. Вот, пошли залпы, пригинаемся. Ох, я позаснял! И один возле, блядь, и этого. Сейчас. Да. Сказал же, сука, мент, что у вас, нормально? Мент! Мент снизу был только. Они там снизу? Мент лежит! Мент! Нормально! Быстро сюда наверх поднимайся! И проверь своих на том фланге! Возле них уебала мина! Вот такая у нас обстановочка, мужик. Девочки и мальчики. Ебать, у меня даже печка, блядь, смотри.